Портал fb.ru расскажет историю женщины, из-под кровати которой доносились странные звуки. Предположив, что это пчелы, она вызвала специалиста. Одна женщина из Луизианы услышала какие-то непонятные звуки из-под ее кровати, поэтому она решила, что там кто-то живет, предположительно пчелы. Чтобы справиться с этой проблемой, она вызвала специалиста Джеффа Хорхова. У испуганной жительницы были подозрения, что пчелы спрятались под досками ее пола. Джефф заметил, что насекомые попадают в дом между софитами на крыше, однако он понятия не имел, как это все убрать и выселить пчел, не причинив им вреда. Специалист, одетый в защитную одежду, начал аккуратно снимать доски пола. Он должен был проявить невероятную точность, чтобы не навредить ни себе, ни пчелам. Несомненно, он профессионал своего дела. Когда он закончил снимать доски, Джефф увидел пчелиное гнездо огромных размеров. В его практике это случалось крайне редко. Улей он смог удалить одним куском. Поставив улей на стол в мастерской, он начал аккуратно доставать пчел, чтобы поместить их в естественную среду. Специалист нашел пчелиную королеву, после чего осторожно перенес всех пчел на свою пасеку. Он совершил действительно героический поступок. А вы бы рискнули подойти к такому пчелиному гнезду? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.